как сказал Владимир Владимирович Путин, будущее России в развитии талантов молодых людей, молодежи. Вот вам результат. Смена концепции. Будущее, я уверен, у нас за молодежью. Молодые скульпторы, художники оформляли и делали концепцию площади. В следующем году, я думаю, она еще получит развитие, но именно с упором на молодые свежие мозги.